В Госдуму внесли законопроект, предписывающий расширить перечень объектов, которые контролирует Счетная палата Российской Федерации. Первый зампред и председатель Счетной палаты региона обсудили нововведение с губернатором Сергеем Морозовым. Я хочу сказать, что сегодня на встрече с губернатором подробно говорилось и о том, чтобы Счетная палата взяла на себя и, скажем так, работу с проектами порядков расходования денег. Ведь под каждую госпрограмму есть заложенные деньги, которые будут расходоваться. Но очень важно, чтобы и порядок, то есть документ, по которому де-факто деньги расходуются, чтобы их тоже проверяли контролеры. Счетная палата будет усовершенствована. Марина Алексеева рассказала о создании регуляторно-контрольного органа. С его помощью будет возможно повысить эффективность работы чиновников и даже проверить все внутриведомственные расходы. Уже слышали, наверное, вот такое нововведение, о котором говорил президент в своем послании Федеральному собранию, так называемая регуляторная гильотина. В регионе есть очень хороший опыт по реализации совершенствования функции контрольно-надзорной. Пока существует 18 видов регионального контроля и 16 видов муниципального. Работа нового аппарата предполагает аудиторские проверки на всех уровнях, даже в региональном правительстве. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.